Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Наша особая молитва сегодня – молитва благодарности за все, что Ты сделал для нас. За этот день, за погоду, за жизнь, за здоровье – слава Тебе. Наша отдельная молитва сегодня за семью Димовых. Мы благословляем, брата Сергея. Мы благословляем сестру Люду и их детей. Мы благословляем сегодня семью Дивачук, Катю и Сергея. Мы благословляем, мы молились и благословляли их на прошлой неделе. Мы благословляем на этой неделе брата Дани Котядыка и его жену Люду. Мы благословляем также на этой неделе особенно семью Джугу, Оксана и Сергея. Мы благословляем эти семьи, ихние дома и ихних детей. Пускай слава Твоя будет над каждым домом и над каждой семьей. Благослови нас в этом служении, Господь, в сегодняшнем служении. Прославься, Бог Отец и Дух Святой. Аминь.